А ты что-то делаешь серьезное, да, там на макбуке? У тебя какой-то Да. проект? У меня я сейчас смотрю проект, вот читала статьи, выборку последний там инновационный проект и люди года, супер достижения. И сейчас читала про главного героя хроники, то есть это человек, про которого написал очень много изданий, и я решила просто залезть чуть-чуть почитать биографию, как там все складывалось. Вот, это человек, который построил целую империю, и он дает просто несколько высказываний, как ему там это удалось, какие вехи он прошел. И кроме того, что он очень успешный, он еще просто очень красивый. Ну вот кто, что за человек? Вот этого человека зовут, ну, посмотрите сами, Александр Мухин. Кто такой Мухин? Какого Сашу? Какого Сашу? Не знаю. Никакого Сашу. Мухина! А он не снимал. Он кто такой Мухин? Маш, ты знаешь, кто такой Мухин? Это же главного нашего горнолыжника. Чемпион. Чемпион. Мальчик, вот с той фотографии. Мальчик, вот с той фотографии покажи, с какой. Вот с этой. Манит меня. Саша. Саша. Улыбка. Эль. Бородатость. Яркий. Саша, это твой праздник. Человек веселья, человек настроения, человек улыбка, человек смех. Просто вообще человек смех. Да, да. Твое чувство юмора искрометное. Добрый, порядочный, честный. Честный, да. Саша надежный, отзывчивый и верный. Саша, он искренний, он милый, он обаятельный, он привлекательный. У меня брат любимый. Брат красивый. Я единственный, да. Замечательный человек, открытый всегда для общения, для друзей. То есть, просто прекрасный парень. Да, настоящий друг прям. Саша многогранный. Песни. Сказала, это мои песни. Я сказала, да ладно, это не твои песни. Я сказала, мои песни. Я сказала, нет, это не твои. Мне кажется, что Саша очень серьезный человек. Он просто очень тщательно скрывает. Ты последнюю фотографию в Инстаграме не видела? Ну и что там? Когда они встречаются с Сашей, у них начинаются какие-то абсолютно серьезные дебаты на тему хозяйства, ЖКХ, там, я не знаю, об устройстве дома. Мне кажется, он в любой поездке любит скандалить. Отправил его к свекрови, он заставил ее обои переклеивать. Она ему на следующий день домой запихнул. При этом у него потрясающая, интересная внешность. Да. У него ярко-желтая куртка была, я запомнил его. Ярко-желтая. Такой персонаж, по-моему, инспектор Гэджет, у которого и все, и телефон, и техника, все всегда под рукой. Мне кажется, что Саша на него похож. Кажется, мы котом, я понял. Агент 007. Единственный неповторимый. Он не похож ни на каких актеров. Ошеломляющий. Вот это правильное слово. Круто.